Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Это снова мы. Показываем видео из Илинского района Пермского края. К нам притянули провода, столбы. Мы уже поставили счетчик, все. У нас сейчас ждем, когда подключат. Приедут, подключат и опломбируют. Съездил, заключил договор. Цена меня просто шокировала, я бы сказал. Не то, что удивила, даже шокировала. Почти по 6 рублей за киловатт. Когда 5,92, когда даже 6. Ну, до декабря месяца. Там расписан каждый месяц. И написана сумма, поскольку нужно будет платить за киловатт. Это в деревне. Вот так вот у нас проходит помощь сельскому хозяйству. Еще ничего не заработали, только вкладываем. А с нас уже везде пытаются деньги состричь. У нас новые жильцы. Барашки. Вот. Получается, две девочки и один мальчик. Две Шуры и один Яша. Вот такие у нас барашки. Шуры беременные. Так что зимой у нас будут ягнята. Это наш будущий птичник. Пока еще не доделанный. Ну, так как я работаю еще на основной работе, 2 через 2, поэтому времени не так много. Но тем не менее, мы сейчас на этой неделе, думаю, уже закончим половину. Решили сделать пока половину, утеплить пол, потолок, закрыть, а потом уже потихонечку доделать оставшуюся половину. Птичник у нас 6х24. Вот такой вот будет. Будем здесь держать птиц. Ну и на зиму у нас здесь будут бараны с овцами. Сделали поросятам отдельный загон для мальчиков, потому что им у нас уже чернышу полгода. Девочкам по, ну, около 6 месяцев чернышу. Девочкам по 5 месяцев. Вот сегодня мы их рассадили. Посадили отдельно. Чтобы у нас не было раннего оплодотворения. Здесь вот у нас мальчики сидят. Один производитель и 4 кастрата. Что, они все назарылись, да? Все, отвечают. Двое в сене, но... Да, говорят, сено зарылись. Сейчас я пойду, покажу. А, входит его, вот так, вчера. Где-то очень пришел, что ли, там? Двое в сене. Трое гуляют. Черныш, ищи трюхи. Кого? Трюхи. Они у нас не растут. А вдруг вырастут? Это у нас девочки. Конь девочек. Ну, девочек тут грязюка, конечно. Но мы их выпускаем гулять. Вот на эту территорию. Здесь территория гектар с небольшим огорожен. В общем, они у нас благополучно бегают. Сейчас уже даже выпускаем без пастуха. Они уже за пастуха не выбегают. И нормально прибегают обратно.
Вот так вот у нас идут дела. Буду и дальше показывать вам видео. Вот у нас, кстати, радуга. В небе. Сейчас мы собираемся полететь за грибами. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока.